Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в Криминалочку на сервере Мазин Холиплей, первый сер. Мы здесь Кирилл Путбуль. Итак, друзья, сегодня я хочу рассказать вам, какая финка же в моем бизнесе, но... Понимаете, я вот не понимаю, что, блядь, руководители вообще творят. Убрали прицеп, видите, все дальнобойщики ездят без прицепов, тупо. Это нормально вообще, да? Это нормально то, что Амазин убрали прицепы с дальнобойщиков? Это вообще, ну, законно? Как бы просто дальнобойщики ездят без прицепов, смотрите, вообще. Все ездят без прицепов, это не то, что они не захотели прицеп брать. Их, блядь, просто-напросто нету. Понимаете, нету прицепов. Теперь тачки быстрее разбиваются и нету чип-тюнинга. Понимаете, что за херня, я вообще не понимаю, что Амазин творит. Может, не какой-то баг произошел, ну блин, ну... Могли бы об этом все написать в официальной группе хотя бы, блин. Ну серьезно, люди вообще в ахуе все, я сам охуевший, просто мне все пишут, типа... Вот, блядь, тачка теперь быстро ломается, вот там то, вот это. Блядь, ну это пиздец. Ну серьезно, блин, сколько можно уже этой хуйней страдать? Как бы, блин, я люблю Амазинг, но, блин, что он творит? Я вообще не понимаю, что руководители там делают, что, блядь, происходит вообще? Прицепы зачем убирать было? Я не понимаю. Они, типа, блядь, что, обратно хотят вернуть все, что было или что? Я не понимаю. Сначала чипы, теперь тачки разбиваются сильнее, теперь прицеп убрали с машин. Чё, блядь, за хуйня просто? Я вот не понимаю этого. Серьезно, чё за бред? Чё за бред произошел просто буквально на этих выходных? Сегодня у нас, кстати, понедельник, блин, 2 апреля уже. И, блядь, хуйня, не, хуйня продолжайте, понимаете? Я не знаю, под вечер, мне кажется, вообще, блядь, машин не будет, да? Ну, серьезно, я не хочу ни в коем случае там обосрать Амазин, обидеть руководителей, но, блин, как бы... Чё за херня вообще? Вы можете мне объяснить, чё за бред происходит? Просто, ну могли бы реально хоть где-то об этом написать, что типа, вот мы брали чип-тюнинг, вот мы брали прицепы, вот и так далее, и так далее. Но нет, никто ничего не говорит, все молчат в тряпочку просто. Возможно, у них какой-то DDoS-атака произошла, пришлось мод обратно, ну, чуть-чуть откинуть. Либо хрен его знает, серьезно. Как бы никакой информации ниоткуда не поступает вообще. Никто ничего не знает, никто не понимает, что происходит, админы тоже ни хрена не знают. Либо, видимо, руководители им ничего не говорят, либо говорят фига, но гад не разглашает ничего. Я реально не понимаю, что происходит, и меня это реально бесит. Это реально меня бесит. Убрали чип-тюн, прицеп убрали и так далее. Ну, блядь, ну это не серьезно вообще. Ну, блин, ну, как бы, проект, у проекта 7 шеров, проект уже 3 года, у него хорошая репутация, блядь. Вы вот это банальные вещи такие не можете оповестить игроков и так далее. Но это серьезно, это уже, знаете, похуизм называется. Серьезно, это называется похуизм. Вы вообще ничего не говорите реально игрокам. Вообще ничего. Ладно, давайте перейдем к моей финке моего бизнеса. Я владею данным бизнесом уже практически, ну, можно сказать, месяц. Я купил его 7 марта. Я купил этот бизнес 7 марта. И потом неделю он был не у меня, потому что мы деактивировали и так далее. Потом неделю он был не у меня. Ну, грубо говоря, давайте, ну, 2 недели он у меня был, ну, грубо говоря, месяц. Я сейчас покажу вам финку, какая за месяц была полностью финка эта и так далее. Это ТРК или ТРК А? Я ТРК А. Я ТРК Амазинг. Вот, это башня Станкина, здесь я работаю. Короче, да. Я в ТРК А. Смотрите финочку просто. Бусинес. Давайте я финку вам покажу. Это за сегодня. Финка уже как бы накапала, кстати, да, нормально. Так, вот, финансовая статистика. Смотрите, вот финка. Так, давайте скриншотик сделаю. Вот финка, короче, за месяц, грубо говоря. Ну, тут финка, знаете, более-менее такая стабильная. Блин, это 20-100 тысяч. Вот так вот, ну, более стабильная. Ну, 100 тысяч, конечно, тут не часто бывает. Вы видите, 98 тысяч, 100 тысяч... 111 тысяч, 97 тысяч. Видите, тут редко очень бывает 100 тысяч, но все же, блин. Не знаю, мне этот бизнес нравится. Я не желаю его продавать, но, кстати, кто хочет его купить, допустим, да, там, потому что есть такие, типа, продаж там бизнес и так далее. 16 миллионов, пацаны, я вам отдам вам за 16 миллионов, короче. Да, цена такая большая, потому что у меня нет особо желания продавать, поэтому, да.
Кстати, привет, Алекс Самочин, привет тебе. Не знаю, правильно прочитал или нет, извини, если неправильно, потому что у меня с английским немного туговато. Так, вот такая вот финка, как бы вот, 74, 35, 50, 98. Ну, стабильная прибыль идет, хотя на рекламу очень много потратил. Возможно, ты видел VIP-рекламу, я 3 дня подряд заказывал VIP-рекламу, то есть, там, 100 тысяч, 10 штук. Я заказывал каждый, ну, 3 дня заказывал, короче, эту рекламу. Сейчас у меня до сих пор мут, блин, еще час остался, может, час 10 где-то остался мута. И меня это бесит, серьезно, чувак, типа, пишет, что ты молчишь, хотя, блин, я флудил, чтобы он видел, типа, что у меня мут, что я не могу говорить. Но что-то чувак не видит этого, ну, ладно, ничего, думаю, в этом страшного нету. Бизнес вот находится возле этой башни Останкино, короче, кто не в курсе. Поэтому да. Поэтому именно да. Именно так все происходит. Минуточку внимания, хочу послать вам бизнес своего знакомого. Его бизнес — это магазин одежды в Арзамасе. Находится он недалеко возле спауна Арзамаса, то есть возле вокзала Арзамаса. Сразу за мостом, рядом возле 24/7, находится его магазин. Здесь вы сможете купить скины на любой вкус и за любую цену. Также, если вы свяжетесь с владельцем этого бизнеса, то есть моим знакомым, и захотите купить дорогой скин, то когда вы покупаете, 50% от его стоимости вам возвращается. Так что всем советую, покупайте шмот только в этом магазине. Ой, ну, не знаю, мне бизнес нравится, никаких пререканий к нему нету, стабильная прибыль. Да, на рекламу я много трачу, я пиарю его и так далее, но, не знаю, конечно... Как бы мне он не окупается, моя реклама, потому что я в день на рекламу трачу, ну, от 100 до 200 тысяч, где-то так я трачу на рекламу. Примерно так. То есть на телефон там ложу по 50 тысяч два раза в день на рекламы. Ну, сейчас у меня мут, поэтому... Экономия, пацаны, экономия. У меня сейчас мут, короче. Экономия. Там некоторые, типа, говорят, типа, вот, типа, там, прибыли нету, в каждом видосе ты его пиаришь. Не знаю, я... Думаю, вам такого ничего нету, что я в начале видео там пиарю свой бизнес. Как бы это мой бизнес, это наш бизнес, поэтому я думаю, это нормально. Это в основном это, ну, наш бизнес, я всегда вам рад. Спасибо вам, что вы приезжаете, финка такая благодаря вам именно. Ну, не уверен, конечно, может там кто-то не подписан на меня не, и знает меня, тоже здесь купляется. Но в основном прибыль идет от вас. Большое вам спасибо. Кто приезжает, закупается у меня, мне очень приятно. Я часто здесь встречаю своих подписчиков. И, кстати, я здесь постоянно тусуюсь. Либо на крыше, либо на парковке стою просто. Так что, знаете, я всегда здесь тусуюсь, короче. И вы можете меня всегда здесь найти. Ну, в основном всегда я здесь. Либо катаюсь на бэхе просто по области и все. Как бы я только либо здесь, либо вот в ТРК могу быть. Там редачить объявы, когда у меня мута не будет, я пойду, буду редачить, не знаю. Мне нравится в ТРК, ну, если хотите про ТРК, засниму отдельное видео, тоже пишите в комментариях, расскажу, почему я на туда пошел, какие там плюсы, минусы, и что я планирую в будущем там делать. Тоже можете писать в комментариях, я сниму такой видеоролик. Ну, не знаю, я покупал этот бизнес, кстати, за 13 миллионов, кому интересно. Сначала я покупал его за 11 миллионов, потом меня деактивировали. Потом через 2 дня активировали. Он у меня, получается, слетел из дома, бизнес летел сразу же, как меня деактивировали. И чувак его словил, какой изначально его словил. Знаете, когда его сделали, бизнесы по осу были. И чувак, который его словил изначально, снова его словил и мне продал. Но чувак оказался адекватным, поэтому мне он продал. Видео есть на канале, как я выкупил свой бизнес. Можете посмотреть, кто им владел там и так далее. Поэтому как-то так. Когда я его купил за 11 миллионов, хвостка у него 10 миллионов, кстати, вот, давайте я вам покажу. Хвостка 10 миллионов, вход, конечно же, бесплатный, пацаны, все для вас. У меня никогда не было бизнеса, у меня было много бизнеса, вы сами знаете, но никогда не было платного входа. За это мой принцип такой, возможно, странный принцип, но такое. Вот улучшение, здесь стоит каталог и маркер стоит. Кстати, вот это, смотрите, вот каталог, типа, они сделали. Вот, типа, бизнес, нажимаешь. Блять, они не нумеруются, это реально бесит. Приходится самому считать просто, знаете.
Блять, ну тут бизнесов где-то 50, наверное, если не больше, где-то 50-60. Ну, сука, это бесит, пацаны, каждый бизнес, да? Вот ты сидишь так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот так считаешь, блять, это так бесит, пока свой бизнес еще найдешь, блять, там же, ну, не обозначит твой бизнес GPS именно для тебя. И, блять, это реально бесит, пока нащупаешь его. Добавьте как раньше, чтобы нумеровалось оно, чтобы нумерация была. Потому что реально бесит самому считать, и каждый раз... место вашего бизнеса сдвигается, когда ставят метку там, в каталог добавляют. Место вашего бизнеса, допустим, был там 45-й и стал 46-й и так далее. Он ниже идет. И, блять, это так бесит просто, серьезно. Вот это они реально не продумали. И если это смотрят разработчики, что маловероятно, то, блин, исправьте это, серьезно, это реально бесит. Сделайте, чтобы были цифры, чтобы оно нумеровалось, чтобы люди, блин, знали. Возможно, вот здесь пишется номер бизнеса или нет. 81-й бизнес у меня. Вы что, ебанутые? А вот пишется нумерация бизнес, типа 81-й. Бля, что-то мне трудно вериться. Вот пишем GPS, бизнесы. Бля, 81-й это, наверное, самая жопа мира, да? Вот, типа, наверное, вот этот. Скорее всего, да, это он. Так, ебать. Насчет своих анимаций, пацаны, я постараюсь найти их и залить в группу свою. Официальную группу свою и... Поставлю ссылку в описании, короче, там вы их скачаете. Так, давайте попробуем еще раз. Вот GPS пишем. Бизнес, по-моему, вот это мой бизнес. Сейчас покажу вам. По-моему, вот этот мой бизнес. По-моему, блядь, что-то не показывает, сука. Так, блин, бесит это GPS. Так, давайте еще раз. Бизнесы. И вот мой бизнес. Может, блядь, ты как-то, сука, будешь обозначаться хотя бы, алё. Ну да, это мой бизнес, я просто запомнил, что он между двумя аптеками посередине. Ну, блядь, он что-то никак не обозначается, и это тоже бесит. На самом-то деле, блин, ну, много косяков. Сделали бы, чтобы можно было изменить название бизнеса наконец-то. Ну, потому что, видите, смотрите, я пишу Business. Business. И хочу поменять название бизнеса, вот. Мы усердно работаем над этой функцией. Какие усердно, если уже 2 месяца прошло с того момента, как вы залили ГО? Какие, блин, усердно, серьезно. Я не хочу никого обидеть, но серьезно, блин, какие усердно. И не все игрока заселить тоже пишутся так само. Мы усердно работаем над этой функцией, блин. Но это давно можно было бы уже сделать, как бы, а не убирать чиптюнинг, прицеп и так далее. Вы лучше бы в этим занялись, серьезно. Ну, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city. She was from the outside, I was from the north.